Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать о новом баке от компании Vapefly, и речь сегодня пойдет о Horus RTA. Это односпиральный бак с верхним обдувом и приличным объемом бака. Horus RTA приходит в небольшой коробке из плотного картона. На лицевой стороне расположен логотип компании Vapefly. Но на обратной стороне присутствует название бака и обозначен цвет устройства. Указана комплектация и спецификация, адрес производителя и ссылка на их сайт. Бак изготавливается из нержавеющей стали и доступен в четырех цветовых оформлениях – черный, стальной, серый и золотой. Ну а внутри самой коробки находится бак Horus RTA, запасной пирокс-стекло и аж 3 зип-пакета с допами, а именно Т-образная отвертка, шестигранный ключ, проставка под 510-й дрип-тип, запасные винты, запасные оринги, два преднамотанных койла, хлопок и кусочек ткани. Итак, размеры бака. Высота с 810-м дриптипом 50,7 мм. Высота без 810-го дриптипа 43,7 мм. Диаметр 25 мм. Данный бак состоит из 6 основных частей. Это база, каркас, удерживающий стекло, пирокс-стекло, купол совмещенной системой верхнего забора воздуха и с верхней заправкой, топ-кэп и 810-й дриптип. База выполнена из нержавеющей стали. Стойки покрыты золотым напылением в 24 карата. Они спроектированы с поперечными срезами для установки койла. Койл затягивается двумя винтами под шлиц. Напомню, в комплекте присутствуют винты под шестигранный ключ. По бокам базы есть два больших среза под укладку ваты. И есть еще одно большое отверстие для забора воздуха, которое охлаждает ваш койл. По внешней части базы есть небольшая накатка для удобного удержания. Снизу самой базы есть название бака и надпись о разработчике и изготовителе. А также мы видим очень хорошо выпирающий позолоченный 510 пин. Стальной внутренний каркас, удерживающий стекло, который служит неким дизайнерским элементом и составляющая часть бака. Сверху и снизу есть резьба, с помощью которой соединяется верхняя и нижняя часть бака. Снизу есть оринг для плотного удержания стекла. Купол совмещенной системой верхнего забора воздуха и с верхней заправкой. Взглянув вовнутрь купола, мы видим перфорированную перегородку. Та часть с большей площадью предназначена для базы с койлом, а меньшая часть предназначена для притока воздуха и охлаждения койла. Таким образом, койл обдувается как снизу, так и сбоку. Да, кстати, купол не имеет сферическую форму обработки. И прямо интересно, как это все скажется на вкусопередаче. Как мы видим, в этом баке реализована система верхнего забора воздуха. Кольцо регулировки обдува съемное и не имеет стопора. Сверху есть два больших отверстия для заправки бака и внешняя резьба для накручивания топ-кэпа. Итак, топ-кэп. Да-да, дорогие друзья, вы не ошибаетесь, он напоминает нам топ-кэп от Berserker MTL RDA. На топ-кэпе есть небольшая накатка для удобного использования. Сверху топ-кэпа расположено отверстие под 810-й дриптип с внутренним орингом. Напомню, что в комплекте также есть проставка под 510-й дриптип. 810-й комплектный дриптип, безоринговый, и выполнен из материала Ryzen. Итак, я уже установил койлы, уложил вату и заправил бак. Ну а теперь настало время вернуться из клоузапа. Отлично, вот мы вернулись к клоузапу. Как вы понимаете, дорогие друзья, у меня в руке находится девайс, односпиральный бак от компании Vapefly, и это Horus RTA. Итак, я надеюсь, я вам показал его в более мельчайших подробностях, ну а теперь настало время поговорить о плюсах и минусах данного девайса. Итак, начну я с минусов. Первый минус – отсутствие вкуса. Есть навал, но вкуса нет. Итак, второй минус хочу поставить за отсутствие стопора на кольце регулировки обдува. Это очень плохо. И третий минус я хочу поставить за его размеры. Для односпирального бака он очень большой. Таковы были минусы данного девайса, настало время поговорить о плюсах. И первый плюс хочу поставить за качество исполнения. Второй плюс я хочу поставить за удобную установку спиралей. Третий плюс я хочу поставить за богатую комплектацию. Ну и последний плюс хочу поставить за красивый дизайн данного девайса. Таковы были плюсы и минусы, давайте мы поговорим о цене данного девайса. Итак, на сайте Heaven Gifts, которым, кстати, хочу сказать огромное спасибо за предоставленный мне образец на обзор, данный девайс стоит $37. Я считаю, что ценник завышен. На просторах интернета можно найти намного дешевле бак с одной спиралью. И на этом все, дорогие друзья. Хочу сказать огромное спасибо компании Vapefly, хочу сказать огромное спасибо компании Heaven Gifts за предоставленный мне образец на обзор. На этом все. Всем до свидания и до новых встреч.
Не забываем подписываться на мой YouTube канал, не забываем подписываться на мой Instagram и ставить лайки данному видео. Всем пока, до новых встреч!